этот Надо факт. Узаконить реальную практику. Но на Россию, например, это не распространяется. И не может распространяться ни в коем случае. Почему? Потому что в основе гражданства и отношений гражданства между Россией и Эстонией, это Тартусский мирный договор, в 1920 году между Россией и Эстонией было оговорено, что вот все русские и другие этнические группы, живущие в Эстонии, могут принять в течение года эстонское гражданство. Была и вторая сторона, что все те эстонцы или связанные с Эстонией люди, которые живут по просторам России, имеют в течение одного года право прийти сюда и в порядке опциона получить это гражданство в течение одного года. Самый знаменитый оптант, пожалуй, для русских зрителей, это Георгоц, который оптировался из Петербурга. Потом пару раз это дело повторялось, но об этом и на этом вопрос гражданством закрыт.